Группа отличается от супергруппы в первую очередь тем, что в группах есть лимит участников 200 человек. А в супергруппе лимит участников практически нет, это 5000 человек. А плюс у группы есть история для каждого своя. А там администратором может быть только создатель. А нет модерации в принципе сообщений, и история не видна новому участнику. В супергруппе есть прикрепленные сообщения, много админов. Добавлять участников могут все, и есть полноценная модерация сообщений, то есть можно все сообщения удалять. А еще группу можно сделать публичной, а обычную группу нельзя. Все.